Привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь ТВ, и хоть прошлое видео об этой игре и не набрало 1000 лайков, но было очень много комментариев, в которых вы просили меня постримить ее, снять еще одно видео, и многим эта тема понравилась. Потому сейчас снимается второе видео, но с одним условием. В этом видео я попытаюсь пройти эту игру дальше, но буду стараться, точнее, выполню такой для себя челлендж, просто не материться. Не материться. В этой игре будет сложно не материться, но я попытаюсь, друзья, и давайте договоримся. Скорее всего, больше видосов по этой игре, конечно же, не будет, потому что и просмотров мало, но если вы набираете 1000 лайков, я не знаю, вы проявляете активность в комментариях, делитесь этим видосом, там, не знаю, советуете друзьям, я тогда проведу стрим по этой игре. И я предполагаю, что стрим будет достаточно веселый. Так что давайте раздупляемся и погнали. Ни одного матного слова не прозвучит в сегодняшнем видео, дамы и господа. Полетели. Как вы знаете, это просто неадекватная игра. И да, я вроде как бы в прошлый раз куда-то даже и прошел. Но потом я взял и упал, и вернулся. И вернулся назад. Многие говорят, что я рукожоп, но, в принципе, я согласен с этими людьми. И что еще хотелось бы отметить? То, что я после записи прошлого видео не играл. Не играл. Мне какая-то сволочь, нехороший человек пишет ВКонтакте. Я сейчас это все дело вырублю, и мы продолжим. Так, так. Еще говорят, надо, типа, очень все медленно делать и аккуратно. Ребят, это трудно, ребятушки. Но я до сих пор продолжаю рофлить с того, как выглядит этот чувак. То, что, блин, сидит в бочке и... Я не знаю, судя по вашим комментариям, я вообще понял одну интересную вещь. То, что тут вроде разработчик, что ли, русский или что, я не понимаю. Напишите в комментариях вообще, кто эту игру произвел. Хотелось бы еще посмотреть в глаза человеку, который придумал этот трэш. Вот просто хотелось бы посмотреть в глаза. Блин, слушайте, будет интересно, если в этом видео у меня не получится продвинуться дальше, чем я сделал в прошлом видео. Так, давай, мы сегодня не материмся, мы самые адекватные и спокойные люди. Мне, кстати говоря, YouTube, ну не то чтобы отключил монетизацию под прошлым видео об этой игре, но он, как вам объяснить, он сделал вывод, что данное видео не подходит большинству рекламодателей. Конечно, после моей заявки на повторную проверку, что нет, это видео подходит большинству рекламодателей. Плевать, что я там целую кучу раз матерился. Но YouTube решил иначе. И, конечно, это правильно. Не подумайте, что я сейчас не буду материться из-за того, что мне, видите ли, там монетизация за это видео придет меньше. Просто я, как бы вам объяснить, мне дико все равно, мне заплатят на 50 центов больше или нет. Потому что, сами понимаете, что просмотры маленькие, там 4000 просмотров, это вообще там копейки. Это может быть 30 центов, это может быть... 35 центов, вот, монетизация за видео, но... Просто... Ну нет, ну ты что? Ну камон, дружище! Ну, Васька... Васька, ну ты чё? Васька, ну слушайте, я куда-то вот пробрался, я не знаю, в прошлом видео я до... сюда доходил. О! Оп! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Да я красавчик, ребятки. Слушайте, а без мата даже проходить ее стало легче. Так, вот только не косячить. Вот только не косячить. Я с такой силой держу мышку, что... Так. Так, дальше что мне делать? Тут уже сложно! 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 А! 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 А!
себя. Неудача не когда мы не падаем, а когда мы не можем подняться. Нет! Нельзя материться, Саша, соблюдай спокойствие. Вот как так, а? Поэт, походу, за эту песню мне сейчас YouTube монетизацию вообще нахер вырубит. Ну, ладно. Нет, ну нет, ну нет, ну нет, ну давай. Классная песня. Пожалуйста. Да твоя нога. Твоя нехорошая нога. Саша, ну у тебя получится, ну ты ж не такой рукожоп, а? Я хочу уже выключить эту игру, я не хочу ее стримить, у меня болит рука, ребята, и... Я хочу остановить это издевательство и мучение. Да твоя рука! Твоя рука! Твоя нехорошая рука! Да я спаривался с тобой. Я не знаю, я хочу орать, я хочу материться, но я сдерживаюсь. Ну давай, ну пожалуйста. Да пожалуйста. Да пож... Да пож... Да спасибо. Да давай ты. Опа! Оп! Кто здесь профессионал? Я профессионал. Ай! Мог цепануться. А-а-а! Судя по моим крикам, соседи подумают, что я здесь порнуху снимаю. Причем такую, знаете, жесткую такую. Андерсекс какой-то. Или нет, не порнуха, а как будто я здесь рожаю на самом деле. Ну давай, пусечка, солнышко, ну ты же можешь. Да ё! Нет, это издевательство, и это просто. Просто уже 8 минут издевательства. Уже 8 минут издевательства. Так, так, вот сейчас спокойненько. Вот так вот берем. Да я шатал твоего бегемота. Да вот, почему я делаю одни и те же ошибки постоянно? Ну, я уже это место проходил. Вот сейчас. Да воп, чё ты вопаешь? Залезь ты уже туда! Ребят, у меня рука устала. Я не могу больше. Вот честно, я уже все. Я не могу. У меня и так много седых волос на голове. Ну, сколько можно? Ну, вот.
Вот сколько можно, а? Опа! Опа! Оп! Так. Тихо. No rainbow had the eyes, no tears. John Vance Cheney. Так, соберись, ты сможешь. Жаль, здесь нельзя сохраниться. Вот дошел до одного места, все такое. Сохранился, и если ты упал, взять, бац. И еще раз туда. Как бы начинаешь с того места, а то тут упал и все, и до свидания. Это от этого сильно очень бомбит. Да давай, инвалид! Сколько у меня рука в, такая в, в таком напряжении. Да я... Бегемот! Так. Блять, я даже не знаю, как на нем остановиться, чтобы он никуда дальше не прыгал. Так. О, почти! Опа! Так. Так. О, да. О, да. А. Опускайся. Опа! Опа! Нет! 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 Короче, ладно, смотрите сами. Я все, я не хочу дальше продолжать это видео. И если хотите увидеть меня плачущим и если хотите увидеть жести, ставьте лайки, делитесь видосом, подписывайтесь. Я на стриме буду проходить эту игру, но сейчас я больше не хочу. Вот на сегодня мне хватит. Мне хватило 10 минут, извините, ребят. Я рукожоп, у которого плохо все с нервами. Но я ни разу сегодня не матерился. Пожелаю вам огромнейшей удачи, берегите свои нервы и всем пока.